Несмотря на пока еще зимнюю погоду, на сцене муниципального эстетического центра «Юность» пролился дождь. Дождь юных талантов Кузнецка. Самые зрелищные вокальные и танцевальные номера фестиваля увидели зрители в этот день. Определять лучших было непросто. С каждым годом растет уровень выступлений, которые давно вышли за рамки просто конкурсных. Фестиваль стал не только школой дело, это дело всей семьи. Здесь и участвуют и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы. Ну и, соответственно, главные участники этого действия – это наши дети. Ну и понятно, что не обходится без учителя, который способен воплотить в жизни все проекты. Директоры школы, которые тоже являются и, значит, которые стимулы, может быть, в какой-то степени материальный, внедряет в жизнь в данном случае. Потому что это красивое действие, оно и рождается в наших головах, в наших умах, в наших сердцах. Каждый номер, будь то песня или танец, маленькое шоу с прекрасной постановкой и яркими костюмами. И главное, неповторимыми актерами. Если старшие участники покоряют зрителей уровнем профессионализма, то маленькие артисты своей непосредственностью. Без дипломов фестиваля не остался ни один исполнитель или коллектив, но победителями стали лишь 4 школы. Гран-при взяла 8-я школа. Второе место поделили 1-й гимназии и 15-я школа. Четвертое место присудили гимназии номер 9.